В 2019 году изменятся размеры льгот, пособий и компенсаций для различных категорий граждан. Ежегодно в Карелии мерами социальной поддержки пользуются более 220 тысяч человек. Так, с февраля размер ежемесячной выплаты в связи с рождением или усыновлением первого ребенка увеличился на 352 рубля и сейчас составляет 12 330 рублей. У нас есть часть граждан, которые уже являются получателями этой ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением первого ребенка. Они оформили ее в прошлом году. Выплата назначается сроком на один год. И граждане через год должны подтвердиться о том, что у них ситуация не изменилась. Ведь эта выплата, она выплачивается тем семьям, у которых доход в семье 1,5 прожиточного минимума. Кроме того, с 1 февраля увеличилось единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью. Повысились размеры выплат в случае временной нетрудоспособности, в том числе по материнству и уволенным. Увеличены размеры ежемесячных и ежегодных компенсаций тем, кто подвергся воздействию радиации. Компенсация родительских расходов на оплату детской путевки к месту отдыха повысилась на 4 тысячи рублей. То есть вместо 11 тысяч рублей родителям, купившим путевку, возместят до 15 тысяч. Также с прошлого года жители республики могут получить компенсацию до 6 тысяч рублей на приобретение спутникового приемного оборудования. С ноября прошлого года выплатой воспользовались 10 человек из районов Карелии.